Всем привет! Сегодня будем делать вот такую красивую повязочку на голову. Итак, приступим к работе. Итак, нам понадобится атласная лента шириной 5 сантиметров, бусины на ниточке, фетровые кружки 4 и 3,5 сантиметров диаметром, серединка и повязочка. Итак, приступаем к работе. Отмеряем нашу ленту по 5 сантиметров. Нам понадобится 33 таких квадратика. Далее собираем наш квадратик пополам и вырезаем лепесточек от края снизу и вот так до серединки отрезаем. Получается вот такой у нас лепесточек. Дальше вот так еще раз показываю. Вот так. Делаем 33 таких лепестка. Лепесточки у нас готовы. Теперь мы будем обрабатывать их края над огнем. Будем обрабатывать и одновременно будем формировать волны. Аккуратно обрабатываем. И вот так как бы разрываем наш лепесточек. Аккуратно над огнем проводим, чтобы края наши не подпалились и такие волны получаются у нас, смотрите. Еще раз обрабатываем и как бы разрываем нашу ленту. Получаются вот такие вот волны. Теперь с другой стороны обрабатываем и формируем волну. Далее, который край мы не обработали, собираем его к середине. Подводим края к середине. Вот так вот. И фиксируем над огнем. Получается вот такой у нас лепесточек. Наши лепесточки готовы. Будем формировать наш цветочек. Берем фетровый кружочек диаметром 3,5 сантиметра, наносим на него клей по краю и приклеиваем наши лепесточки. Лепесточек клеим с краю чуть-чуть. Первый ряд готов. Он состоит из 7 лепестков. Клеим второй ряд.
Второй ряд наносим клей также близко к первым лепесткам и будем клеить в шахматном порядке. Делаем так. Нам же надо, чтобы второй ряд у нас не лежали лепестки, а стояли. Значит, мы делаем, проводим их прямо к краю. Наш лепесточек приклеим только с краю. Видите, как он получается стоит? Так он будет пышнее намного и красивее. Прижимаем только кончиком пальца край. Вот так вот. И вот так получается. Сильно не давим. Аккуратно. Второй ряд также состоит из 7 лепестков. Второй ряд готов. Переходим к третьему ряду. Третий ряд клеится так же, как и первый и второй ряд. В шахматном порядке приклеим только край лепестка. Он тоже состоит из 7 лепестков. И последний лепесточек, 7-й. Вот так вот. Смотрите, как листики стоят у нас, лепесточки. Приступаем к четвертому ряду. Четвертый ряд состоит из 5 лепестков. Последний, 5-й лепесточек. Все. Теперь переворачиваем наш цветок. Будем проклеивать с этой стороны, нулевой ряд. Также в шахматном порядке приклеиваем наши лепесточки. С краю. По краю нашего фетра наносим клей и клеим. Наш цветок готов. Осталось приклеить серединку. Серединку я прошила также фетром. Наношу клей. Раскрываем цветочек и приклеим нашу серединочку. Фиксируем ее. Вот такой цветочек у нас получается. Смотрите, какой красивый. Далее берем нитку из бусинок. 11 сантиметров. 12.
12 сантиметров. Раз. И два. Так, формируем вот такие вот лепесточки и приклеим к нашему цветочку с обратной стороны. Далее берем также нитку из бусинок, отмеряем вот 8 сантиметров, таких нам понадобится 2 штучки, мы их не заворачиваем, просто так приклеиваем. Так вот. Все фиксируем, держим, чтобы все схватилось. Можем еще добавить уже побольше, 14 сантиметров. Наш цветочек готов. Будем приклеивать его к повязке. У меня вот такая вот повязка с люрексом шириной 1,5 сантиметра. Наношу клей на повязку. И смотрим. Ищем серединку нашей цветочки и приклеиваем. Берем фетровый кружочек диаметром 4 сантиметра и закрываем наш цветочек сзади, чтобы все было красиво. Вот так вот. Расправляем лепесточки. Также можно добавить стразы. У меня маленькие стразы. Я сейчас приклею их на лепесточки наши. Вот так вот. Наша повязка готова. Смотрите, какая она у нас получилась. Нарядная, красивая. Сзади все аккуратно закрыто. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания.